Приветствую вас, я думаю, что для начала нужно раскрыть смысл вашего вопроса. То есть вы хотите как-то вот в ситуации поступать. Как-то в ситуации поступать, а чтобы что? То есть, чтобы себе разобраться, вы хотите поступать, как вы хотите знать, как поступить? Или вы хотите разобраться, почему мужчина так себя ведет, к примеру, то есть как бы это вот такие важные, на мой взгляд, моменты, да? А исходя из вашего описания, да, вот исходя из того, что вы написали, я могу предположить, только, что мужчина хотел изначально вас завоевать. Он хотел вас завоевать, и он вас, в принципе, завоевал, да, то есть вы стали ему там больше писать, вы стали его куда-то звать, приглашать и так далее. Вот. А после он потерял к вам интерес. Возможно, вы не соблюли какой-то динамики в отношениях значит, с ним. Возможно, вы не соблюли какой-то динамики в отношении с ним, да? Вот, возможно, у него появился кто-то еще, то есть тут мы, опять же, можем только гадать, вот, как и что, в общем, происходит, да, потому что, ну, мы не знаем. Мы можем не знать, в общем, что и как там, вот, но тем не менее, правда заключается, значит, в данном случае в том, что человеку вы просто-напросто стали, ну, неинтересны. Значит, вот, в принципе, и все. То есть, почему вы ему неинтересны, да, это уже вопрос, это уже нужно смотреть, выяснять, анализировать и так далее. Ну, что именно, что конкретно вы делали, да, то есть, вот, как вы себя вели, к примеру. Вот. То есть тут нужно смотреть, как вы себя именно поставили. Да, то есть, как вы себя ставите в отношения. Вот, ну, по крайней мере, мне видится такая история, мне видится такой момент, и я вот думаю, что именно это является в данном случае определяющим. Вот. Ну, мне, по крайней мере, так вот представляется, да? Вот.
В принципе, все. Обратите внимание на то, что вы хотите понять именно его поведение. Вы хотите именно понять поведение человека. Вы не хотите понять, к примеру, себя. Вы не хотите понять, например, почему вы, допустим, писали ему сами. Первый. Вот. По какой причине вы это делали? Вот. Что вами, ну, двигало к примеру, да, и так далее. Вот. То есть это вот та история, которая, ну, на мой взгляд, нуждается в корректировании. Вот. На мой взгляд, опять же. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!